И вновь в эфире постоянная рубрика «Куда пойти», в которой мы знакомим наших телезрителей с наиболее интересными, на наш взгляд, мероприятиями, которые пройдут в ближайшие выходные дни. 25 марта в 12:00 театр «Тулевеск» приглашает детей и родителей на спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Музыкальная, романтическая, сказочная история, рассказанная странствующим сказочником. В ролях Василий Алферов, Борис Ватин, Любовь Богданова. Начало в 12:00. 25 марта, но уже на сцене Центра культуры Кохтла-Ярвы в 12:00 начнется заключительный концерт 12-го международного конкурса академического вокала для детей и юношества, в рамках которого пройдут награждения победителей и выступления лауреатов и дипломантов конкурса. Начало в 12:00, вход свободный. 26 марта клуб «Ахтны» приглашает детей и родителей на детскую театрализованную программу с весьма интригующим названием «Трям-трам, бам-бум» или «Совершенно секретно». Начало в 12:00. Телеканал «Литос» желает всем запоминающихся выходных дней.